Неожиданный звонок с уроков, звуки сигнализации, пожарной машины. В коррекционной школе-интернате учебная тревога. Через центральный вход работает один столб на тушение. Ищем страдавших. Условный пожар обнаружили в подсобном помещении на первом этаже. У педагогов и учеников есть всего несколько минут, чтобы не растеряться и выйти из здания. Прозвучал сигнал сирена. Дети вовремя среагировали, оделись. Без паники покинули помещение. Самое главное, когда эвакуация осуществляется, то есть они должны быть задействованы все эвакуационные выходы. Таких выходов 8. Раньше на месте школы был детский сад, поэтому все противопожарные условия предусмотрены. Сейчас в интернате проживают и обучаются 152 ученика. Дети все разные, но заболевания схожи. Почти у всех нарушение интеллектуального развития. Постоянно проводим с ребятами инструктажи по безопасному поведению в разных абсолютно ситуациях. Также проводится различные общешкольные мероприятия, классные часы, классными руководителями и воспитателями. Подобные учения, тренировка не только для детей. Прежде всего, пожарные подразделения оттачивают свои навыки и отрабатывают слаженность действий. Условные пожары помогают детально изучить объект, где происходит эвакуация. Ни разу здесь не сидел. Ох, какая машина. Валерия Белоус, новости на 8.